Результаты парламентских выборов в Греции, завершившиеся победой правоцентристской партии «Новая демократия», вдохновили инвесторов. Азиатская торговая сессия открылась гэпом в 60 пунктов. Тем не менее, после открытия европейской сессии курс пары развернулся на снижение. Драйвером снижения послужили аналитические материалы, показывающие, что будущему правительству Греции придется договариваться о продлении сроков погашения кредитов, так как падение валового внутреннего продукта страны и растущие безработица не позволяют собрать требуемые для погашения суммы. К тому же публикация материалов о росте стоимости кредитования по десятилетним долговым обязательствам Испании до 7,22% воодушевила медведей на продажу единой валюты. Курс пары на снижение пробил важный уровень поддержки 1,2631 и достиг отметки 1,2557, завершив торги на откате в районе 1,2583. В нашем прогнозе на вторник предполагаем возобновление восходящего движения валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.2626, а после его пробоя к целевым уровням 1.2643, 1.2665, 1.27 и, возможно, к 1.2747. Если покупателям единой валюты не удастся продавить пару выше 1.2626, возобновится снижение евро в направлении 1.2585, 1.2557 и 1.2496.